А нет, не жаден Тимберлей канадского разрыва. 275, и он должен ее пройти, если хочет быть в лидере, потому что 5 очков. У нас сейчас контрольный результат. Неплохо, кандидат! Он падает на голову, он все знает. Он не знает всего. Давайте посмотрим. Первый бой. Неплохо, без бортания, без тысячи, я вам прекрасный второй. Смотрите, у него есть шанс, без собрания, четвертый, где было бой, не стоит. Ай-яй-яй. Это трагедия. Давайте посмотрим. Адам Седлмайер. Личный рекорд 3 на 10, 25, но сейчас ему надо проходить этот раз, и первый бой. Неплохо второй. И никто еще не брал этот раз. Никого она еще не покоряла здесь. Хороший такой встречный ветерочек поднялся, который не может и помешать доехать домой. Вы знаете, два мощнейший упор, третий упор. Вы открываете страшный, четвертый стол. Человек железной геры знает, как показывает лучшие результаты на чемпионатах мира. Личный рекорд 3.10.25. И заходит 10.10.10. Первый бой неплохо, лучше, чем предыдущий раз. Второй неплохо. Есть опасность, третий слоган работает. Ко мне, пожалуйста. Четвертый бой. Это по-русски. У него реальная возможность бороться за лучшие чемпионата 10-75. Томас! И сейчас он выходит на 10-75, он собрался и хочет быть призом. Первый бой плохо. И борьба пошла. Посмотрите, второй. Но второй сыпали в голове. Дает при четвертом мне. И пятый бой не ровно. Шестой бой. Или будет перезаряд, или новый чемпион, или новый год, и нас! Раз!